Это Тигран Хачатрян. Он погиб во время расстрела мирного митинга в Ереване 1 марта 2008-го. Ему было 23 года. Ощущение того, что в центре столицы можно расстрелять 10 человек и никто не будет наказан, подрывало доверие к власти и к полиции. Кто открыл огонь по мирным протестующим, было неизвестно. BBC получила эксклюзивный доступ к документам нового расследования. Вот что мы узнали. Следствие считает, что существовал специальный отряд из 20 человек, и все они заранее дали согласие стрелять в мирных протестующих, что они и сделали вечером 1 марта. Следствие считает, что отряд прибыл в Ереван из Нагорного Карабаха, а руководил этим отрядом генерал-майор Самвел Карапетян. Карапетян находится в самом топе армянской иерархии силовиков. Он герой Арцаха. Это высший орден, непризнанный Нагорно-Карабахской республики. В феврале и марте 2008-го расстрельный отряд расквартирован в подвале президентской администрации. Следствие считает, что отряд посещали президент Кочарян и новоизбранный президент Сарксян. Президент Кочарян сейчас под судом по обвинениям в свержении конституционного строя, а Сарксяна допрашивали в статусе свидетеля. Обвинения ему предъявлены не были. Следствие также считает, что отряд спонсировали олигархи. В протоколах допросов утверждается, что бизнесмены Гагик Царукян и Самвел Алексанян платили бойцам расстрельного отряда и обеспечивали их продовольствием. После ознакомления с материалами дела осталось непонятным, почему генерал Карапетян в статусе свидетеля, если следователи утверждают, что у них есть все доказательства его причастности к убийству. В следственных органах Армении отказались от комментариев на этот счет. Сам генерал Карапетян тоже не захотел обсуждать с BBC обвинения в свой адрес. Бизнесмены Царукян и Алексанян отвергли утверждение об их роли в событиях 2008 года. Подробнее о документах нового расследования в нашей статье. Ссылка в описании.